Раз, два. Физические упражнения обязательны даже в командировке. Почти 300 курсантов из военных вузов Тюмени, Омска и Вольска приехали в Екатеринбург, чтобы в День Победы вместе с ветеранами пройти парадным маршем по главной площади. Приказ. Это распоряжение командира, в скобках, начальника. Между тренировками – занятия по уставу. Вместе с курсантами в Екатеринбург приехали и их преподаватели, чтобы молодые люди не отрывались от учебного процесса. Правда, справляться нужно не только с учебными заданиями. Пришлось привыкать и к новой обстановке. Единственное, что, конечно, часовой пояс немного другой. Первое время, конечно, непривычно было. Вот 2 часа все-таки они влияют. Но уже привыкли. Чтобы попасть на парад Победы в Екатеринбург, эти курсанты прошли настоящий кастинг. Маршировать по брусчатке будут только отличники учебы. Они почти состоявшиеся офицеры. Фактически осталось учиться на протяжении 1 года 5-го курса им. Поэтому выбор пал на них. Потому что для них должно было состояться это именно знаковое событие, для того, чтобы проникнуться чувством патриотизма, ответственности. В Екатеринбурге курсанты пробудут весь День Победы, а после праздничного фейерверка поедут домой, чтобы продолжить осваивать армейские науки и стать достойной смены героев войны. Алена Кононова, события ОТВ.